Чую что-нибудь. Алкоголь. Мы присмотрим за крюком и подумаем, что делать, если Уилл не вернется. Может, Док сделает это? Операцию? Нет. Может, он и не сбежал вовсе. Может, это Кора его зачем-то похитила? Не думаю. Он немного не в себе с тех пор, как вернул к жизни жениха Регины. Дэниела? Вернул к жизни? Потом ему оторвали руку и приделали ее обратно. Круто! Подождите, он воскресил Дэниела? Типа как Франкенштейн? Это он и есть, доктор. А Дэниел был его... Что здесь происходило, пока нас не было? Руби, иди. Приведи назад доктора Франкенштейна. Отошлем этого парня обратно домой с пришитой головой. Она его найдет. Да, но в каком состоянии?